Налицо какое-то массовое непонимание того, что на самом деле происходит в игре. И это приводит людей, которые управляют командами, к неправильной оценке игроков и неправильному управлению. Прошу прощения. Продолжай. Хорошо. Руководители клубов мыслят через призму покупки игроков. Вы должны стремиться не к покупке игроков, надо стремиться к достижению победы. Чтобы добиться победы, надо набирать очки. Вы пытаетесь заменить Джонни Дэймона. Бостон Ред Сокс видят в нем звезду, которая стоит своих 7,5 миллионов долларов в год. Когда я вижу Джонни Дэймона, то мне не кажется, что он... Я не понимаю, как с этим игроком можно добиться успеха. У него отличная перчатка. Он неплохой первый бьющий. Он может украсть базы. Но стоит ли он 7,5 миллионов долларов, которые Бостон Ред Сокс ему платят? Нет. Нет. В бейсболе средневековое мышление. Они задают неправильные вопросы. И если я скажу это кому-нибудь, то меня просто засмеют. Я буду как прокаженный. Вот почему я так... Осторожно говорю об этом с вами. Я уважаю вас, мистер Бин. Если хотите более детально, я думаю, хорошо, что Дэймон облегчил вашу платежную ведомость. Это открывает для вас разные интересные возможности. Откуда ты, Пит? Из Мэриленда. Где учился? В Йеле. Я окончил Йель. Что изучал? Экономику. Я изучал экономику. Йель, экономика и бейсбол. Ты забавный, Пит.